Посмотри, сколько видео вокруг, зацени. Эти ролики, мой друг, подпишись. На канал ты не забудь, поставь лайк. И комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па, ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па-па-па-па-па. Гансгор канал, ребята, помидорок из решеткой. Меня зовут Дима Бакштеев. Мы с вами продолжаем, собственно, проходить эту игрушку. А, давайте, валите иродов. Блин, что какое-то оно громкое стало, ё-моё. Ты справишься, дружище? Давай, давай, я тебе не помогаю. Давай, давай. А, сука, они тебя игнорируют, ты посмотри. Реально игнорируют. Ну-ка, отступись от меня. Я бы хотел припомнить, как перезаряжаться. Припомнить вообще все. Так, домиган. А, бляха, муха, здесь ничего перезаряжать, да? Ну-ка, перезаряди. Все, нашел. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Они меня игнорируют. Они его игнорируют, точнее. Они игнорируют этого ирода. Хорошо. Хорошо. Ладно. Домиган, ты до меня. Воу. Воу, подожди. Ловите, падлы. А, плохо. А как вам такое? За второй попыточки. За вторые попыточки. Но, правда, гранат у меня больше нету. А вот у них есть... Ты смотри, какие, а. Закидывают дрянью просто. Не щадя. Блин, у меня закончился Томми Ган. Давай. И револьвер тоже закончился. Ну-ка, отцепился. Лучше нагнись, дружище. Ах, ты ж собака. Так, ладно, я успел подлечиться. Я абсолютно не знаю где, но успел подлечиться. В каких интересных позах эти люди валяются. Да, он только вообще оголился во всем. Тише. Давай. А, цвет канале, да? Я еще... О, ракетницу взял. И прямо этой ракетницей ребята встретил. Так, хорошо. Где-то тут мой Томиганчик. Одна обойма. Не весь как хорошо, не весь как удачно. А, во, еще Томиган. А, нет, все равно мало, да, ладно. Ладно, я двух словочек покажу. Ох ты ж, собака, красавчик. Наш дружок, он, в принципе, справляется с помощью. Будет канал, я так и знал, что эти ироды сверху вылетят. Газ. Команда газа. Давай еще. Надо бы ему... Да, надо бы ему башню снести, этому толстячку. Он там все остальное за нас делает. А этих ребят будем убивать, нет? Вот так вот. Кто тут у нас Майкл Джексон? Майкл Джордан. Почему Майкл Джексон? Не знаю. Зачастую я путаю этих нигеров. Ой, нифига себе, что это с текстурками? С текстурками видели бы было? Что-то, беда какая-то. Так, и каноли, и патроны, и сохранение. Просто какое-то золотое место. Томиган. Именно ты. Для меня сейчас очень важен. Томми. Молодец. Чувак, ну сзади, ну же. Красавчик. Каноли, красавчик. Ха, башню ему снес. А патроны почему нельзя взять? Ай-яй-яй. Да, гранаты нормально всех сносят, кстати. Блин, еще разок. В меня попадут так же удачно, как...
Какого? Вроде как пока. Пока мои мозги пытаются на место прийти. У меня также получается вроде как еще и выживать. Ну или башню можно снести. Опа! Деревянную платформу. Ты зря. Ты зря так делаешь. Да ладно вам. Ау, а ведь каноли были совсем рядом. Видели, да? Они буквально вот там шажок сбивают и все. Не-не-не-не-не. На шашечке я не куплюсь. На шашечке я не куплюсь. Я и свои кидать не хочу. Норм, норм. Ах, вау. Сейчас сдохну. Еще немножко я сдохну. Ничего не поменялось, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все плохо, все дерьмо, жизнь тлен. Ау-ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Отвратно. Что ты творишь, дружище? Серьезно? Выжил? Он взорвался, нет, интересно? Должен был сдохнуть. Твою ты мать. Просто смотри, что творят, а. Так. Нет у меня... А, не, подожди. Вот. Попал? А что делать? Я не хочу сдыхать. А прикиньте, сейчас сдохну опять. Отходим. Все нормально. Воу-воу-воу. Нагнулся, пригнулся. Фу. На какой-то бешеной грани. Воу. Перезаряжайся, дружище. Ну, походу, придется брать дробовичок. Отлично. Give them hell, boys. Серьезно? Ну, реально получилось? Не-не-не-не-не-не-не. Все нормально. Вообще все хорошо. Я также готов делать. Он нагнулся. Он нагнулся, ты посмотри. Каноли там рядом. Вот и нет башки у пацана. Вот они, каноли, вот они, вот они. Что, побежать? Побежать или нет? Вот закрыть каноли. Нормально. Живем. Ой, собака эта, рыгающая. Ну-ка, отцепились. Падай. Да, не зря я так скрупулезно подошел к вопросу.
О, псины. Падай, падай. Не, ну а что, я должен на него что ли лететь? Пошел он нахер. О, ребята. А ты, каноли. И он убит. Серьезно, мы справились. Это было сложно. Сколько там в Томмигане? Не, нихера, двухстволочкой. Ну, с толочкой, все хорошо. И вот они, патрончики. 40 патронов уже хорошо, уже неплохо. Блин, я не думал, что тут будут проблемы с этим делом. Опа! И нет, пацана, 15 патронов. О, нифига себе, у меня оказывается... У меня оказывается 2 патрона. Для револьвера. Вон оно что. Да, неплохо сработали. Еще и ракетницу. Бесполезную, по-моему, ракетницу. Что? 4 патрона. 2 их. На, и нету. Убил? Нихера себе вы там оборзевшие. Блин, за это надо было ачивку давать. А еще мы взяли 12 патронов для револьвера. Нормально, поднимаемся. Вау, бочка! Знакомиться с моим дружком. И сейф зона. Супер. Тише, тише, сейчас взорвется. А я знал. Я знал. Что они так могут. Твою мать. Ну что ты приставучий такой? Я залетаю туда с обрезом. Их нету больше, да, все хорошо. А что мне с вами делать? Ну, как нормально так грены кидаю, а? Это парис, это флот. Это гуд каноли. Давай. О, заляпали экран кровью этого толстяка. Здравствуй. Главное этих иродов выкурить оттуда, и все. Проблема решена. У меня, правда, 3 выстрела осталось, 2 выстрела осталось. 1 выстрел остался у двухстолочки. Мост какой-то преодолеваем. Дружище, когда мы уже там это дома будем-то, не? Скажи, пожалуйста. Все, это миганчик. Но нужен только полный магазин. А, сейф-зона. И гудканоли еще. Все, хорошо. А мы наверх пойдем. Естественно, наверх. Я успел. Давай. На, пожбану вам. Не, ну они немножко тупые иногда бывают. Надо этим пользоваться. Все, переходим на револьвер.
давай. Мозгов, что ли, эта хера, не понимаю. Дружище, надо что-то делать, типа дробью в них. Вот так вот, вот так вот, вот и все. Ха-ха-ха, долго он стреляет. Мой план не удался. А вот теперь норм сработал. It's a good canale. Там канале. Вот они. Чем будем драться? Револьвер есть. Один барабан. Смотри, типа вниз стреляет, да? Дурачок. Что делать? Минус. Поверху, что ли? Поверху, что ли, зарядил? Залпик такой, видели? Так, раз. Пошли, 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 пошли. От собака, а. Сейчас что будет? Далеко падать будет. Очень далеко будет падать вниз. Не хочу. А что, выбора нет? Злой дядька. Нам вниз. Вот так, да. И сюда, да, нужно быть еще? Че ты стреляешь, дурак? Куда ты стреляешь, главное? А че это было? Дурачок, а? О, дурачок. Нам сюда. Просто... Огнемет против них, оказывается. Вот решение. Вот оно решение. А я-то парился. Огнеметик. И все, и тебе никто не страшен. Зачем? Зачем ты прыгаешь туда? Двоих. Вот и все. Проблема-то решена, оказывается. Так, нам нужно подорвать эту херню. А, во, вот и рычаг. А я-то думал, где рычаг? Так, сейчас взорвется, да? Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Что-то будет. Мост опустился. Фрэнки, что ты делаешь? Я извиняюсь, но наши пути должны тут разойтись, мистер Уинни. У меня свои планы на дирижабль. Ты больше не нужен. Хотя я буду скучать за твоим взрывным характером. Не беспокойся, я передам наилучшие пожелания тебе, мистер Белуччо, когда буду забирать твою оплату. Ах ты, сукин сын, я достану тебя за это. До свидания, мистер Уинни. Сейчас будет бадабум. Винни, прыгай в воду. Ну или падай в воду. Тоже норм. Да, кстати, в воду и упал. Да. Подставун, как же он его отпустил-то так, а? Непонятно. Так. Мы резко попадаем в какую-то канализацию. А, нет, ну это не канализация, это река. Нет, это не канализация, это речка. Речка. О, дурак, что ты сделал? О. Отойди от меня. Перестань кусать меня, тупой лунатик. Сказал Каноли. Бери. Давай. Да чтоб ты... Какого хрена я не попадаю? Что ты будешь делать?
Ну сейчас я попаду. Не, ну каков был шанс, а? Каков был шанс? Смотри, как стреляет она. Она так вот. А это good канал, и где они? Вот они. До свидос. Зачем-то я сам еще за порцией подошел. Прям непонятно зачем. Лепрекончики. Я готов. Не, херли они хотят. Бешеные женщины эти. 5 патронов. Просто. Это хорошо. Давай. Еще прыжок. Молодец. Отлетел, нахер. Он жив, кстати. Ну смотри, как они меня покосили. Падла, ты глянь, как они, а. Поработали над моей жизнью. Ау, 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 ау. Это, оказывается, опасные воды. Мне нужен был этот сейв. Извините. Мне надо было так поступить. Я прошу прощения. Кстати, не обязательно их всех убивать, оказывается. Давай, давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Тише будьте. Они сами... сами себя просто нафиг. А, просто побежал вперед, нормально. Тоже хорошее решение иногда. И такие решения помогают выжить. Мне понравился этот стиль. А, зомби там развлекается. Ты чё, охерел, слышишь? Безумец. Стиль-то отличный. Нет слов. Просто какой он отличный. Подойдешь? А, да, тоже норм. Но походу надо будет убивать их все-таки. Ау, 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 ау. Ау, 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 ау. Где бы мне взять каноли? Просто... Они сейчас пойдут вниз, наверх. Надо было нарваться просто на одного. Блин, сложно, ребята. Пошли вы нахер просто. Перезаряжайся. Знаете что? Я пойду... А, блин, у меня очень мало. Я хотел пойти туда с огнеметом, но нет. Это затея прям вообще оттаскивает.
Давай. Тоже норм. Ну ладно, это норм. Вроде вариант. А, ты глянь, внизу же каноли. Внизу же они есть. Попаду? Да, попал, нифига себе, просто охренеть. Вот это. Вот это попаду. Дохни, дохни, давай. Пошел ты в баню. Тише. Какую баню? Вот так вот. Главное просто не торопиться. Главное просто не торопиться. Ай-яй-яй-яй. Плохой дядя. Не докинул? А, не докинул, норм. Я, говорит, смогу открыть магазин органов в один день. Мы друг другу явно сразу не понравились. Пошел нахер. Почему ему больно от этой воды? Попаду в голову. Отлично. Не, ну а хер. Давай вниз. О, Томми Ган. Именно ты мне и нужен был. Добро пожаловать на вечеринку. Чё это за стена? Куда мы идем? Ого, крысы! Крысы! Мы реально в канализацию сейчас попадем. Нифига себе. Да, серьезно. В канализейшн, ребята. И будем выжигать местных крыс, походу, да? Я ж попадаю? Я попадал. Нет, давай, точнее, я не попадал. Выжигаем, они просто на косточке рассыпаются. Чётко. Воу-в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 оу. Выжигаем. Иногда полезно отступить. Чё у меня? Томми Ган? Да, Томми Ган. Тише. Прям вообще гений. А иногда полезно думать, что ты делаешь. Так, мы где-то там вырубили газ, по-моему, да? Низ, вверх, вверх, вниз. Я вот просто гений мыслительных процессов. Именно такой статус позволил мне это заключение совершить, сделать, прийти к нему. Последний патрон. Чё мне он нахрен он мне нужен? Все? Нет, живая. А я просто чешу, короче, дробью ей спинку. Вот так. Сама напрыгнула. Ненавижу крыс. Ты чё? Вас тут вообще никто не ждал. Вау-вау-вау-вау. Вовремя. Перезарядка завершилась прям, ну, охренительно вовремя. О, чекпоинт. Канализация завершена, кстати. Воу, чё это? Перестань плакать, как девчонка, говорит, и прими это, как мужик. Охренительная пушка. Она, главное, вот именно на звук такая, знаете?
внушая доверие. Мне не нужны эти каноли. Пока что. Ну ладно. Это будет каноли. Оставлю. И пойду с дробью дальше. Они просто через меня, как через препятствие, перепрыгнули. Убит? Да. Убита. Кажется, я приноровился к концу этой серии. Отлично! Просто на ура. Так, дроби. Дроби прям полный комплект. А что у меня еще есть? Так, ракетница. Ага, этот самый охренительный автомат. Я его... 80 зарядов, нифига себе, я его... Наверное, приберегу. И вот уже с дробью пойду вниз. Я думал... Я очень надеялся на то, что... С крысами мы закончили. Пошла ты в баню. Царапается еще. Он лунатиком крысу называет. Перестань меня кусать, долбанный. Психанутый лунатик. Давай. Серьезно? Это все, что ты можешь? И, к сожалению, это все, что я могу. У меня больше нету дроби. Ой. На отступании начал стрелять. Каноли. Как я по вам соскучился. От собака. Это было опасно. Опасненько. Ой, я думал... Я думал, он без этого какого, без головы сейчас пойдет. В полете. Сука, застрелил. Ох, не друг. Я хочу поменять оружие, не хочу револьвер тратить. А у меня больше нету, да, вариантов? Ну, двустволочка можно. В принципе, я тут буду успевать, наверное, перезаряжаться. Да пошли вы! Не, ну а чё? Чё я с ними возиться должен был? Он пойдет? Он пойдет за мной? Не, не пойдет. Да мне, собственно, нахер он не нужен тоже. Пойдем направо. Подумаешь, не идет он за мной, видишь ты? Вот и все. Вот и все. А я там налево хотел еще. Нифига. Просто идем направо и все. Блин, канализация долгая. Все? Нифига. Да сдохни ты. Падаль. Между прочим, в двухстволочке осталось всего лишь два выстрела. Томиганчик пошел. Четко. Сами просто на выстрелы. Да.
Там сейчас понизу пройдем направо. Быстрей, 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 быстрей. О, у меня, кстати, оружие закончилось. Да, а, во. Нифига себе он прыгнул. Блин, отвратный сейф. То есть каждый раз, если я сдохну, и мне придется их убивать по новой. Просто ужасно. Это же хуй каналы. Не-не-не-не-не-не-не. Ребята. 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 Ты, блин, бесишь меня. На самом деле, не шибко больно. Оу, оу, оу. А, и заново, ты прикинь, я ж знал. А, нет, смотри, заново убивать не надо этих херов. Я ж знал, что пасть закроется. Я прям вот чувствовал. И не успел выпрыгнуть. А чё там за пушка? Давай. Нижняя. Отлично, пошли. И последний. Ты должен был сдохнуть, ты. Норм. А, так вот. На самом деле, не шибко важно нам было это оружие принять. А, так вот, как и предполагалось. Оу! На сейф меня вытолкнули. Пушка классная. Не хочу реально тратить. Реально не хочу тратить. Давайте с револьвером, что ли? Блин, нет, револьвер не хочу тратить. Ну, что поделать? Воу! Босс! Твою мать! Что ты делать будешь? И что это такое? Блин, мне кажется, легкий босс будет. Прыгать? Серьезно будет прыгать? Дурной. Не, ну а хер ли он хотел? А, это собака. Бляха. Да ни хера он толкает. Легкий босс будет, ага. Виминатор, а ведь мы справились. Как ни странно. Блин, ну пушку классную. Я потратил всю. Хотя я, в принципе, когда сказал, что буду ее хранить, я имел в виду как раз такие случаи. Вроде как, случай с боссом. Ты будешь подниматься? Сука, не поднимается вообще. Ты, видимо, тупые крысы, да? Нихера не. Нихера себе. Нихера себе. Нихера себе. Че это там вообще было такое? Что это было-то вообще, а? Поджарил жопу. У меня гранат очень много, можно и взять. Можно, конечно. Так. Пожалуй, я немного их побью двухстволочкой. Блин, жесть какая, а? Я думал, все, мне хана. Прощаюсь с жизнью уже, и ты такой, на нахер, и ушел. Ау-ау-ау-ау. Ah!
И чё? Чё произошло? Игра решила альтапнуться. У меня там, короче, обновление кемпиплеера выскочило, и пришлось альтапнуться, да. Ну, а ничего страшного, продолжаем. Да, я просто обожаю убивать их. Благо у меня коктейль Молотова... Ой, коктейль Молотова, господи, заряда для этого огнемета, это хренище. Поэтому можно и поубивать, чё нет. Я думал, вы сдохли. А вы вон и ничего. Ты чего удумал, дурак? Здрасте, приехал. А, все, господи, нормально. Так, давайте приведем все оружие в порядок. Потому что дальше будет... Вроде как. Да, вот эти солдафоны бесит. О, нихера себе, я там понахватывал от них. Все? Ладно, спасибо. Лови. Хе-хе-хе. Это собака, а? Нормально она такая? Мне бы подлечиться было бы вообще не лишнее. Потому как жопно как-то. Ой, не крася. Чё ты говоришь? Так, окей. Кажется, эта херня работает. Воу. Вы видите, все здесь заложено динамитом, да? Здесь будет бодабум большой. Кажется, эта херня электрическая работает на такой цепной молнии. Фу, фу, фу. Каноли, мне, пожалуйста, каноли. Воу. Дай. Воу. Сука, прям, блин, на волну, короче, навалимся. Я могу делать это весь день. Знаешь что, давай-ка не будем настраиваться на то, что мы весь день здесь проторчим. Я, блин, на взрывную волну не хотел нарваться. Вот, спасибо. А это спасибо. Молодец. С ноги его добил? Серьезно? Не смог выпрыгнуть. Да что ты будешь делать? Просто какие-то ублюдские смерти. А вы спустите сюда, господин? Получайте. А кто-нибудь там еще будет спускаться? Воу, воу, просто воу. Да, сука, опять на волну. Просто на встречную волну и все. Спасибо. Вообще красавцы. Не-не-не-не-не-не-не-не, как так? Какого хрена я так поддох немного? Чё произошло? В определенный момент я вдруг начал получать люлей. И пока что не могу от этого избавиться. Воу. Знаешь что? Мне не жалко для тебя вот этой штуки.
Вылезите сюда. Да, гранаты наши все. Не, нахер ли ты подошел? Тебя никто не звал. Все взорвется? Нет. Хоу, сохранение. Слава богу. Так, ну, давайте, знаете, на этом закончим, потому что я хотел на канализации пройти. Канализация переросла в туннеле метро. И, собственно, дальше уже пошло вон там какие-то заводы. Это все будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Увидимся. Пока. Удачи. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.